В конце матча у вас произошла стычка с Винисиусом. Что случилось? Как он себя повел? Ничего страшного не произошло. Это все часть футбольной атмосферы. Все в порядке. Это происходит и остается в матче. Сущие пустяки. Но на многих стадионах его освистывают. Это справедливо? Нам всем в известной степени приходится с этим сталкиваться. Мне тоже много всего выкрикивают, и я с этим как-то нормально справляюсь. Я знаю, как это работает. Может, снаружи это не всем понятно, но я не вижу в этом ничего страшного. Надо относиться к этому спокойно, не обращать внимания на внешние факторы, а думать о нашей работе, об игре в футбол. Это же все одно большое шоу. Ты можешь подцапаться с партнером, с коллегой, но это все остается на поле. Это часть футбольного фольклора.